Всем привет! Сегодня мы с Алиной будем делать обзор наборов. Вот таких наборов, которые мы приобрели в магазине «Мир вышивки». «Мир вышивки» предоставил скидку для моих зрителей на первую покупку. Если вы еще никогда не совершали покупки в магазине «Мир вышивки», можете перейти по ссылочке, которая находится под этим видео, купить любой товар, который вам понравился. Для этого вы можете использовать мой промокод Инесса. Есть специальная графа при заполнении заказа. Туда вы вводите промокод, нажимаете кнопочку «Пересчитать», и ваши покупки будут с 10% скидкой. Давайте начнем с Мишки. Алина хочет начать с Мишки. Такие цвета красивые. Нет, это оранжевый тоже вообще такой красивый. Мне понравились цвета. Алина у нас вязанием увлекается. Мама вышивкой. А Алина увлеклась вязанием. Первый раз такой вообще набор вижу. Очень интересно. Все красивые цвета. О, это иголочка. Иголка, да, даже есть иголка. Безопасная. Угу. Крючок я тут вижу. Такой маленький, 2,5. Кстати, удобно. Не надо бежать в магазин за крючком, за иглой. Вообще, да? Все есть уже. Получается, только ножницы. Да, только нужны ножницы и все. Ну, ножницы в каждом доме есть. Так, розовый, красивый. Это хлопковая пряжа. Я еще ни разу хлопком не вязала. Вот буду пробовать на видео. Фирму покажи, Алин. Какой фирмы мы приобрели? Ну, вот я так понимаю. Вот это арт-узор. Да, арт-узор. Там, кстати, разные есть. Называется «Сонный мишка Волт». Переходите по ссылке под видео и смотрите. Там есть разные наборы, разные игрушки, не только такие. Это мы с Алиной выбрали вот лисичку и вот этого медвежонка. А на самом деле там, да, разный выбор. Тут вообще красивая единорожка, красивый зайчик. Единорожка, да, зайчик. Это русалочка, она в платьишке, но у нее хвост отдельный, и он надевается. Хвост вяжется отдельно, она его в руках держит, да. Вот такие вот, с длинными ногами, с длинными руками, лапками, то есть. Люблю животные, такие. Да, как Тильда, да? Угу. Сейчас модно такие игрушки вот с такими длинными лапками. Вот это наша лисичка. Еще такой же волчок есть. Да, волк есть, такой мальчик. Парочка, да, мальчик и девочка. И вот что интересно, пряжа хлопковая. Мы вязали либо акриловой, Алина вязала, шерстью, либо акриловой, акрил. Либо шерстью, либо искусственной пряжей, велюровой. А здесь хлопок. Очень-очень мягкая пряжа. Вообще, когда я смотрела пряжу хлопковую в магазине, она почему-то была жесткая. Она не то, что мягкая, она гладкая. Ей удобно будет вязать. Вот шерсть, акрил, он цепляется очень часто, он пушится сильно. Вот. И здесь, конечно, хлопок, здесь будет совсем другой эффект, игрушка будет совсем другая, не такая, которую я вязала. Мне прям интересно посмотреть, что получится. Угу. Она и по виду будет другая, и на ощупь. Но мне на ощупь уже нравится. И вот тут такая толстая инструкция. Я тут уже посмотрела. Здесь, в общем, пошагово прям показывают, как и волшебное кольцо делать, как делать столбики без накида, как делать воздушные петли, прям все-все описано. И, допустим, если вы уже умеете вязать, я сначала подумала, что это неудобно, наверное, надо искать, где какой ряд, но здесь ряд выделен, видите, розовым. То есть сразу бросается в глаза первый ряд, второй ряд. И вот буквально на первых трех страничках идет подробное описание, как это делать, а дальше вот уже пошли ряды. Вот, кстати, то есть вы отдельно просите мастер-класс, и смотрите, приобретая этот набор, здесь все пошагово описано, как вязать эту игрушку. Я так поняла, вот этот набор прям для самых-самых новичков, которые еще ничего не вязали. Вот, я буду делать обзор, мастер-класс по этим игрушкам. Я не буду прям так подробно вам все описывать, мы просто вот по рядам начнем уже сразу вязать. Так же, как и свинку я вязала. В общем, сегодня мы только обзор, да, делаем, а потом будет мастер-класс по этим игрушкам. Ну, давай, Алинка, посмотрим, а что во втором наборе, какие там расцветки, сколько там пряжи. А вообще, так достаточно много пряжи, 3 мотка. Мне кажется, останется даже. Угу. Меня сначала смущала цена набора, думала, может быть, мне выгоднее отдельно пряжу приобрести. Но если мы приобретаем уже вместе со схемой, с пряжей,
крючок, иглу. Я считаю, что это очень хорошая цена. Это очень дешево. И на самом деле игрушки не маленькие, 26 сантиметров и 33. Это нормальные игрушки такого среднего размера. Это не маленькие игрушки. Угу. Хоть и коробочка маленькая. Да, кстати, коробочка маленькая, когда мы вытащили, оказалось, там все так плотно упаковано. Пряжи много там оказалось, да. Я думала, меньше. Алинка, вот это наш медвежоночек вот здесь, да, да, нарисован? Там. Мам, смотри, у этих какие юбочки пушистые, там, видимо... Фатин. Да, там, видимо, фатин в наборах. Точно, есть. Там в наборе, наверное, фатин. Вообще классно, всегда хотела попробовать такие юбочки сделать. Сейчас свяжешь, да, вот эти, а потом с юбочкой закажешь. Не, вот эти тоже классные. Смотри, здесь получается пупс, и у него еще игрушка должна вот эта маленькая вязаться. То есть как две игрушки получается. Да. И шапочка прикольная. Но не всегда есть в наличии. Когда я заказывала, там уже разобрали. Там оставался вот этот вот медвежоночек, единорожка был. Надо ловить, кстати. Я частенько захожу в магазин. Там нужно ловить. Очень быстро разбирают этот товар. Поэтому вот таких смотри, не было. Смотри, тапочки у нее какие зайчики прикольные. Угу. Вот так в этом наборе тоже все достаточно. А тут у нас плотненько получается только белый и оранжевый. Угу. Здесь три цвета, здесь два. Такой ярко-оранжевый. Белый. Тоже инструкция. Алинка смотрела инструкцию. Очень подробная инструкция. Здесь все в картинках, все пошагово. Если даже вы никогда не вязали, вы всё с легкостью разберетесь в этой будет инструкции. Понятно, да. Мне многие вышивальщицы пишут, что хотели бы попробовать связать игрушки, но не знают как. Вот, девчонки, я считаю, это самый идеальный вариант для того, чтобы начать. Тоже пластиковая чтобы попробовать. И крючок 2,5 такой же. Вот у тебя еще и крючки останутся. Коллекция. Коллекция крючков. Игла. Ты у меня спрашивала, мама, дай мне большую иглу. Помнишь, да, я себе искала? Очень удобно. У меня железная такая есть, правда, но такую я еще не видела. Мне кажется, удобно будет ей тоже. Ну, как раз мы такую искали, помнишь? Я даже в магазин ушко специально очень большое ходила за такой иглой. Угу. Ну, в общем, вот такие вот классненькие наборчики. Для нас это открытие, вот такие наборы. Мне очень интересно, что получится. Мне кажется, классно. Мне тоже интересно. Ну что, в следующих видео посмотрим, Алинка, что у тебя получилось из этих наборов. Этот набор называется «Лисичка Дороти». Да. Алинка, вот это что такое? Дельфинчик? Кит? Ну, это просто хорошее настроение. Открытка. Открытка, да? Угу. Там тоже такая была. Угу. Ну что, будем ждать от Алины мастер-класс. Вам спасибо большое за просмотр. Переходите по ссылочке под видео. Выбирайте товар, делайте покупку. И не забудьте использовать промокод Инесса. Промокод действует для тех, кто совершает покупку первый раз. Спасибо вам за просмотр. Пока-пока. Пока-пока.